второй год подряд военно-патриотическое объединение кадетского корпуса Центра «Авангард Самара» становится лучшим в своем деле. За радостью победы скрывается ежедневный труд сплоченной команды, рассказывает Алексей Добров, кадет Центра «Авангард Самара». Это стимул. Всегда, когда награждают, отмечают это, воодушевляет на новые поступки, уважаемые на новые совершения. Участники. Ребята каждый день занимаются по школьной Александр, программе, приходя из школы, они занимаются военно-патриотическим дисциплинам. Там, стрелевая подготовка, все остальное. Определенная группа, которая занимается там, в соревнованиях, она отбирается, все желающие, то туда могут войти, там они тренируются усиленно. Дипломы и кубки получили команды, добившиеся наилучших показателей в этом году по военно-патриотическим дисциплинам. Сертификаты получили и те объединения, которые образовались только в этом году. Всего таких объединений 60. Военно-патриотический клуб «Искра» Самарской гимназии номер один в их числе. В этом году мы зарегистрировали клуб, мы набрали участников, ребята 8-9 класс, будем работать. Клуб объединил ребят, которые действительно понимают значение и военной службы, и военной подготовки, стремятся стать умнее, сильнее, лучше. В военно-патриотическом объединении учащиеся проходят курс обучения по программе дополнительного образования, куда входят углубленное изучение истории Отечества, строевая, огневая, тактическая подготовки, участие в значимых патриотических мероприятиях. Лучшие выпускники военно-патриотических объединений по итогам испытаний получают сертификаты об окончании обучения. Эти сертификаты дают нашим юношам право на выбор рода войск при прохождении призывной комиссии. Кроме того, в случае, если они планируют поступление в вузы на военные специальности, это также наличие сертификата также дает возможность на получение дополнительных баллов при приеме. Торжественный смотр военно-патриотических объединений традиционно проходит при поддержке Самарского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации. Мы надеемся, что ребята наши, выпускники, получившие хорошие знания, начальной военной подготовки обязательно будет. Это наши защитники в будущем. И пойдут, поступят в военную честь, станут офицерами славной российской армии. Мероприятие завершилось минутой молчания и церемонией возложения цветов к вечному огню. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.